куча дров, которую Джош наколол из старых деревьев. Некоторые из них старые, некоторые из них не старые. Но мы полностью очищали дом вокруг участка, потому что, опять же, было огромное количество эвкалиптов, которые набросали листьев просто по колено. Мы высаживаем новые деревья, то есть мы не просто избавляемся от деревьев, мы высадили больше 100 деревьев уже за это время и продолжаем их высаживать. Но двор очистили просто потому, что было очень-очень-очень пожароопасно. Это то дерево, которое нам... Так, громко. То дерево, которое мы сможем использовать, те дрова, которые сможем использовать только через несколько лет, потому что они должны еще сохнуть. Но, собственно, вы видите, какое количество дров он наколол, и это даже нельзя будет использовать в этом году еще. То есть это еще несколько лет, пока они сохнут. Плюс у нас есть уже дрова на этот год и есть дрова на следующий год, которые находятся под укрытием. И вот это вот все дерево, которое более яркое, это то, что Джош сейчас сделал из одного пенька. Это очень-очень-очень твердое дерево. Это эвкалипт, это hardwood. Обычно эвкалипт нереально тяжело рубить. Но Джош сказал, что намного проще, когда ты его только спилил, дерево, когда оно еще более-менее зеленое, намного проще рубить. Он нарубил уже тонны дерево. Но в этот раз, когда уже это дерево лежало очень долго, оно сухое, было очень тяжело рубить. Я сейчас покажу, как это дерево выглядело. Оно упало у нас на участке очень-очень много лет назад. И мы планируем из него, возможно, сделать стол или типа того, потому что оно нереально огромное. И его лучше использовать для мебели. Это просто такое небольшое полено от него. Вот. Это ветка от этого дерева. И вон это дерево. Естественно, мы его не пилили.
take all that for firewood. Yeah. At some point I'll take, there's actually some good bits on the solid. Продолжение. Это я на его фоне, но по сути мне доходит до плеча. Почти. Даже выше плеча. I'm just saying, it's a huge tree. It's pretty much up to my shoulder. Весь день проработала в офисе, сегодня в домашнем офисе, и сейчас после работы буду немножечко собирать свой компост. Вот в эту кучу я выбрасывала кучу всего, в основном продукты в течение прошлого года, и под ней уже должно быть много хорошего такого переработанного такого грунта от продуктов, от бумаги, от кофе, от угля и так далее. Здесь еще несколько таких больших бочек, куда я тоже сейчас выбрасываю их, чтобы потом периодически чередовать. И пока у нас еще зима, сейчас как раз вот это все, то, что под низом, под этой кучей, пойдет на некоторые части в мою оранжерею, пойдет на малину, пойдет на клубнику. Я посадила малину только зимой в этом году. Поставили вот такие вот столбы для нее. И сейчас, пока еще зима, я потихоньку, так сказать, укладываю солому, только не рядом с этим, с корнями, а вот таким вот образом. И так до конца. То же самое буду делать с клубникой. У нас нет ни лошадей, ничего подобного. Были раньше курицы, но это отдельная история. Поэтому навозом не удобряю, но удобряю вот такими вот отходами пищеварения, так сказать. То есть реально продукты, яйца, скорлупа. Вот это все, это вот реально были, в принципе, фрукты, шкурки от фруктов и так далее, перемешанные немножко с бумагой, землей, с соломой. И вот что из этого вышло за, наверное, полгода. Не знаю, сколько я это все собирала, достаточно с прошлого года. И сейчас потихоньку буду посыпать. Но знаете, самое удивительное, что в Тасмании, в принципе, земля очень классная. Здесь земля, по сути, тут, наверное, не так хорошо видно, но он как наш чернозем. Здесь вот реально, что закинул в землю, то и растет. Оно растет просто идеально, даже без удобрения, без всего. Растет очень-очень-очень-очень хорошо. Меня удивляло, как вот все наши вишни и так далее. Просто куда положили их, куда их посадили, там и выросли. А, и, кстати говоря, про удобрения, про навоз. Здесь куча людей его продает по доллару 2, в зависимости от того, где, за огромный мешок. Ты будешь ехать туда к дороге где-нибудь по селу, и по селу, по деревне, не знаю, даже по городу недалеко. Не по центру, конечно, но вот за, в окрестностях. И будут просто лежать мешки на дороге с навозом и типа доллар. И, знаете, такая там коробочка для куда кидаешь деньги. Точно так же здесь продают яблоки, фрукты разные и так далее, просто вдоль дороги хлеб, и как бы на доверии все основано. И вот навоз точно так же продают. Я осознаю, что, конечно, знаете, нужен там жидкий этот навоз уже, или заранее удобрение нужно кидать в землю, перерабатывать землю, а потом высаживать, но не было возможность это сделать раньше, плюс сейчас зима, поэтому потихонечку вот так вот выкидываю кучи всего, немножечко перемешиваю, будет дождь, она все равно все удобрит. И если у вас есть советы, знаете, я всегда рада узнать что-нибудь новое от огородников, от тех, кто этим занимается, потому что для меня это все-таки более-менее, несмотря на то, что живу за городом давно, все равно новая такая тема, и всегда интересно знать что-то, что я упускаю, и кто может что посоветовать. Но, тем не менее, видите, мы стараемся. Для малины сделали высокие такие вот проволоки и столбы, и все вроде как вот сделано по правилам. Но пишите комментарии.
закончила с клубникой. В данный момент она не выглядит супер хорошо. Сейчас еще зима, потому что мы когда расширяли оранжерею, вот огромное количество из вот этой клубники, которая здесь, она была вдоль забора там. И, к сожалению, когда мы расширяли оранжерею, она немного пострадала, потому что мы по ней и походили, и забор менялся и так далее. Это только первый год этой клубники. В прошлом году было много клубники, даже несмотря на то, что это был первый год. Но вот сейчас, вот в таком состоянии, всю пришлось полностью пересадить. Она немножечко на таком возвышенности. Оранжерея нужно будет проехаться газонокосилкой скоро. Пока что зима, еще трава вся не заросла. Но через какое-то время нужно будет проехаться газонокосилкой. Пытаюсь избавиться от всяких сорняков. Тоже немножечко тяжело, потому что их много. Но ничего, готовлю постепенно. К весне, к лету садик. Постепенно уже начинают открываться, появляться первые. Так, не хочет концентрироваться. Камера на нектаринах. На нектаринах и персиках. И вот эта синяя штука, которую я показываю, которая сейчас видна, это тот раствор, которым мы их опрыскивали, потому что это от болезни, которая называется rib curl, по-моему, или leaf curl, rib curl. У меня в голове только один серфинг сейчас. Leaf curl — это когда листик становится таким, он умирает немножечко, на нем появляются такие как будто бы очень, видно, что заболевает лист. И не знаю, точно так же ли в Европе или нет, но в Тасмании нам сказали, обязательно нужно их прыскать до того, как появляются почки этим раствором. У меня там немножко груши, вишни, априкосы, куча голубики, яблоки, больше персика, вишни, малина. Здесь посадила инжир, да, passion fruit, это инжир. Я посмотрю, он вырастет или нет. Тот, который растет в холодном климате, в более холодном, чем New South Wales. Пока что все, конечно, выглядит таким мертвым, но когда придет весна, я уже жду не дождусь, когда придет весна и лето, и будут первые плоды. Есть крыжовник и черная смородина тоже. И они уже тоже начинают постепенно, потихоньку появляться первые почки. Это все голубика. И голубика в первый год дала очень много ягод, на удивление. Поэтому у меня 9 кустов. Волга охраняет. Поэтому у меня 9 кустов. И я думаю, так понятно, да, всем, почему здесь сетка и так далее, со всех сторон. Я об этом много раз рассказывала. Я сделала отдельное видео про оранжерею, когда она будет выглядеть красивее, когда везде будут фрукты. Но в целом это, естественно, от волоби и от опоссумов. Потому что если можно поставить сетку такой высоты до пояса, да, чтобы волоби не могли сюда заползти, потому что запрыгнуть, да, потому что они убивают растения очень сильно. Опоссумы перелазят через забор очень легко. В том году опоссумы, к сожалению, убили несколько наших лиственных деревьев. Поэтому все деревья у нас сейчас полностью огражены. И это от птиц, потому что здесь хватает птиц, которые тоже, ну и от посмов в том числе, которые тоже едят вишни и малину. Все, что красное, они едят. Okay, we'll be too far. Come on, let's go home.